Eu sou capoeira, sim senhor. Eu tenho uma família de ouro. A capoeira é a minha vida. E a roda é o meu tesouro. Eu sou capoeira, sim senhor. Выход примерно в такой же тактике, но у нас не очень получилось. Вниз головой. Ну что, это была капуэйра, а это был Сергей Фокин, президент Федерации капуэйра Красноярского края. Доброе утро. И парни Данил Заборский, Максим Андреев, Тимофей Смолин и Миша Марьясов. Всем привет! Доброе утро всем! Доброе утро! Выглядит впечатляюще. Спасибо. Прям даже не очень поворачивается язык сказать, что это только спорт, какой-то еще танцевальный, энергетический, какой-то сверху налет был. Да. Сергей, что это? Это капоэйра? Это вообще, если дословно перевести, это афро-бразильское боевое искусство с элементами танец. То есть это боевое искусство с элементами танца. Не единоборство. Но вы друг друга не ударили, даже почти не касались. Скажем так, мы это делаем как шоу, но также вы можете вообще все удары наносятся в лицо, грубо говоря, в партнера и так далее. Его задача уйти от удара и сделать контратаку. Но больше здесь игровой момент, где нужно типа ударить, а его задача там подловить, подсечь. Это тоже можно. Наверное, ребятишкам это супер увлекательно. Чувствуют себя, вот я предполагаю, героями какого-то фильма. А давайте у них и спросим. Как тебе капуэра? Вообще давно занимаешься? Да, 6 лет. 6 лет уже занимаешься капуэрой? С 5. Зачем ты это делаешь? Ну, меня с самого начала мама отвела, а потом самому понравилось просто. Сначала мама чуть-чуть, да, так подзаставила маленько, а потом втянулся уже. Да. Ну, а для тебя капоэра это что? Это просто тусовка с друзьями, классными ребятами? Это спорт или что? Что для тебя капоэра? Ну, спорт тоже, то есть тусовка с друзьями как. Ну, то есть тоже для саморазвития очень хорошо. Ну, подожди, если спорт, ну, ты вот после тренировки по капоэра уходишь в мокрой футболке? Ну, как бывает. Иногда бывает, то есть, сильная тренировка, когда, то есть, я мокро ухожу, а иногда, Ну, чувствуешь себя вот этим вот, я тут всех раскидаю. Скажи, пожалуйста, а для тебя вот это все-таки тоже спорт? Сергей гоняет вас на тренировках или другие, может быть, тренера? Ну, я очень люблю заниматься капуэра. Это тебя сейчас заставили так сказать? Нет. Я очень люблю заниматься. Я просто давно уже хожу на капуэра, и мне это нравится. Все понятно. Круто. С какого возраста вообще ребятишки начинают заниматься? С 4 лет. И мальчики, и девочки? У нас тут такая мужская компания. Да, у нас девочки не пришла. Девочки тоже есть. Вообще все занимаются, смешанные группы, то есть тренируются здесь все. То есть в этом и есть уникальность, в том, что вы можете выйти то же самое делать с девушкой, и девушка вам может накидать. Она может легко победить. Да, у нас девочки-любители раздавать лещи, ну, галопанчик по лицу щелкнуть. Да, да, прилетало, да. Это причем нормально, это можно делать. Выпускается, да. Ну, а какие в целом плюсы? Ну, то есть, что развивается, допустим? В первую очередь, вообще большой плюс, это то, что ты человек физически вообще. Почему человек не ребенок? Потому что любой и возраст у нас, он физически развит. Здесь работают все мышцы групп. То есть, получается, начиная у вас от стопы и заканчивая макушкой. Потому что, когда вы крутитесь, очень круто развивается координация. Потому что вам нужно вниз уйти, встать, что-то сделать. Вы крутитесь, вернуться.
сконцентрироваться, что-то еще понаделать. Не упасть. Не упасть и не словить. Да, еще противник есть, надо бы еще уворачиваться. А какая-то соревновательная часть есть на уровне города, края, России? На вопрос спорт и культура КПРа, она немножко разная. То есть, если берем как культуру, мы больше развиваем как культуру. Это музыка, португальский язык, танцы, сама КПР. Да, португальский. Ну, то есть, в процессе тренировки все названия на португальском языке. Mm-hmm. Вот, и мы приглашаем бразильских гостей, и они все, соответственно, разговаривают на бразильском. Если брать соревновательный момент, вот мы уезжаем в эту субботу на чемпионат России по КПР. Есть чемпионат России. Да, да, да. То там немножко просто простые правила, где выходи и бей ногами. То есть, ну, как бы смысл зарабатывать очки, как говорится. Mm-hmm. То есть это немножко другое. А взрослые приходят заниматься? Да, взрослые приходят. То есть тоже есть такое открытое направление? У нас есть Татьяна, женщина, ей 60 уже один год. А пришла она, когда ей было 15? 50 с чем-то, да. И пары, то есть много взрослых приходят. То есть как бы есть семейные вообще пары, которые привели ребенка, потом втягивается мама, втягивается папа, типа все такой домой приходят заряженные. Ну и ладно, я пойду. Сергей, ну, наверное, нужна какая-то подготовка. Просто так нельзя прийти. Нужно какие-то иметь данные определенные. Нет, данных нет, потому что мы же понимаем, что сейчас не все у нас спортсмены, там, физически развиты. Поэтому, если мы берем возраст 4+, то дети приходят, мы развиваем с ними общую физическую сначала подготовку, потом идет координация и знакомство с КПР. Они изучают легкую акробатику, это колеса, мостики и так далее, удары, силы. То есть, ну, вот. А как называется вот эта вот история? Инструмент беримбау. Беримбау. Это такой же, как был в фильме «Король лев»? У обезьяны. Нет. Нет? Нет? Ну, очень похоже. Мы заказываем. Что-то близкое. Это же в целом такие какие-то вот африканские, португальские. Ну, вообще, изначально, если брать, то беримбау было, оно вот здесь, кабаса была. Вот эта кабаса называется, это верга струнес, была вот здесь. И со временем уже стало выходить более, чтобы музыку. Здесь вы можете, соответственно, контролировать и настраивать. То есть их, ну, в музыкальной батарее 3 штуки. Ну, вы понимаете, что мы не просто так задаем все вопросы по возрасту, какая нужна подготовка. У нас есть человек, которому скоро уже вот примерно как 50. Давайте что-нибудь разучим. Сергей, только попроще, пожалуйста. Еще впереди программа. Основы вы уже изучили в начале. Вообще прям супер. Как это называется? Это называется джинго. Джинго. Оно переводится, я думала, это в туалет хочется. Оно переводится как раз и танец. То есть действие происходит на опору на заднюю ногу. Дальше получается сейчас раз. И все, и так делаем, можем час так просто стоять. Да, потом у вас на утро вы встаете, у вас тело отказывает. И базовый, например, удар, который это мы делаем вот так. Раз. Да, махло. Вот типа. И мы делаем. Раз, и ногу возвращаю. Да. И вывернули. И возвращаю. И опять, получается пошел. Раз, там два, три. И хоп, на другую, например. У нас перспективный спортсмен. И вот, например, он сейчас... Не-не-не, отвернись от меня. То есть задача, да, то есть он машет, делает удар ногой, то есть мах, и он далеко. А моя сейчас задача... Подсечь? Ну вот сейчас мы примерно ситуация. Сейчас будет падение. Сейчас снимать. Поехали, на счет три. Давай. Раз, два. Вот он бьет, когда... И моя задача прям под удар зайти. Это репетиция была. Так, еще раз. Бьешь. Раз, под удар. То есть и здесь вы можете там сесть, ногу... Выдернуть. Можете, да. То есть, когда вы встаете, вот он делает удар, например, я встаю и сразу же идет удар. Знаете, про какую важную составляющую КПР мы не сказали? Мне кажется, это отличный антистресс. Это выброс энергии такой прям хороший. Музыка, которая тебя заряжает, тонизирует. Интересная культура, искусство. Спасибо вам большое за это небольшое погружение. Но, я так понимаю, присмотрели вы потенциального спортсмена. Подтверждаю спорт, подтверждаю. Сейчас уже дыхание даже немножко сбил, да. Открывайте для себя что-то новое. В любом возрасте, в любой ситуации. Научитесь искать что-то классное в Красноярске. И мы немножко вам в этом помогаем. Ну и для ребятишек тоже отличный вариант секции.